Всем привет, с вами Алекс и добро пожаловать на мой Лего Полигон. Прошу меня простить за такое долгое отсутствие, так как я уезжал в Белоруссию. А сегодня мы рассмотрим болтовую снайперскую винтовку, без которой не обойдется ни одна компьютерная игра об американской морской пехоте. М40А5. Данная винтовка разработана американской фирмой Remington в 1966 году и является модификацией винтовки М40А3, которая в свою очередь является улучшенной версией и без того точного Remington М700, состоит на вооружении морской пехоты США. Заряжается М40А5 примерно так. А теперь давайте из нее постреляем. Для повышения эффективности данной винтовки можно установить на нее следующие модули. Сошки для большей устойчивости при стрельбе лежа или с опоры. Увеличенный магазин, все-таки 14 патронов, это лучше, чем 7. И 4-кратный оптический прицел.
Очень многим не нравится зум в современных играх, типа раньше было круче. Однако давайте взглянем реальности в глаза. Перед вами обычный четырехкратный оптический прицел. Ну, как-то вот так вот это происходит. И если вы любитель болтовок, то М40А5 ваш выбор. Ну, думаю, на этом мой обзор подошел к концу. Спасибо, что смотрели. Если он вас заинтересовал, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Не забудьте также заценить мои предыдущие обзоры. И напишите мне в комментариях, хотите ли вы видеть мой отчет о поездке в Белоруссию. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.